Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем вот такой вот двухцветный узор, который можно использовать абсолютно для всего. Вот я его вижу как жилетки, детские, мужские, шапки, шарфы, джемперочки, кофточки. Вот все, что на зиму, чтобы было тепленько, потому что он достаточно такой, как бы, такое объемное полотно, плюс еще большой, смотрите, с изнаночной стороны, как он выглядит. Вот. Плюс еще этого узора в том, что вяжется он безумно легко. Можно использовать все остатки пряжи, то есть взять основную пряжу как основу какую-то одну, и далее чередовать вот эти дополнительные полоски из остатка, и вы свяжете красивую вещицу и используете все остатки. Вот. Даже для пледа можно использовать одну основную нить, а все остатки использовать для пледа, именно ввязав их в это, как дополнительную нить. Итак, у нас два цвета, я использую два цвета. Количество петель кратно 2, и первый ряд мы вяжем изнаночными петлями. Далее, второй ряд, берем дополнительную нить. Итак, первый, я надеюсь, я не ошиблась, черной нитью, надеюсь, вам хорошо видно. Первую петлю снимаю, вторую петлю снимаю, не провязанная нить перед петлей. Следующую петлю провязываю изнаночной. Далее снова снимаю петлю, нить перед петлей. Следующая петля изнаночная. То есть вот таким вот образом мы чередуем. Одну петлю снимаем, одну петлю провязываем, провязываем изнаночной. Вот. Если здесь мы начали со снятой петли, то закончили провязанной петлей. Второй ряд изнаночными петлями. Третий ряд, меняем нить. Каждые два ряда мы меняем нить. Теперь там, где у нас было, смотрите, здесь была петля снята. Здесь видно один провязка, здесь вот ее видно. Где одна петля вот другого цвета, значит, она была снята. Где две петли, значит, она была провязана. Там, где у нас была снята петля, мы ее провязываем изнаночной. А та петля, которая была провязана, вот ее видно, мы ее переснимаем не всегда перед петлей. Изнаночная, снимаем. Изнаночная, снимаем. Изнаночная, снимаем. Изнаночная, снимаем. Вот, видите, поменялось. Здесь у нас провязано, здесь последняя снята. То есть вот таким вот образом мы меняем это все, снимаем в шахматном порядке. Следующий ряд изнаночными петлями. Это пятый ряд. И все, вот по сути это весь узор. Теперь мы начинаем со второго ряда. Снова меняем нить. Так. Вот. Меняем нить и продолжаем со второго ряда. Либо смотрим, тут уже как бы оно видно, да, тут видно все автоматически. Здесь мы петлю снимаем, потому что она была провязана, вот здесь вот видно. Мы ее снимаем, следующую провязываем. И все, девчонки, вот таким вот образом вы вяжете этот узор. Значит, нечетные ряды у нас — это изнанка, а вот четные ряды у нас — лицевая сторона. Вот она, вот так вот она выглядит. Очень, очень легко все, очень хорошо видно, как бы вы не запутаетесь. Поэтому я считаю, такой узор очень универсален, абсолютно для всего. Плюс еще один большой его плюс в том, что
Можно использовать все остатки. Вот, девчонки, вот такой вот узорчик сегодня. Быстро и красиво, красиво и просто. И универсально для всего. Все, девчоночки, а на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.